Вокруг командного пункта толпами бегают бойцы СЭЛ. Похоже, цепы устроили им веселую жизнь. Направляйся к церкви. Попробую помочь обойти систему безопасности. Через блокпост. Нужно искать другой путь. Намертво. Попробуй пройти через какое-нибудь здание. Обойти баррикаду. Подавляю!
черт! Смена плана. Там полно бойцов в форме СЭЛ. Похоже, они полностью перекрывают территорию. Слушай, мне нужно пройти мимо охраны. Можешь их ненадолго отвлечь? Устрой заварушку возле церкви, чтобы оттянуть туда войска Сул-3. Потом, там есть аварийный туннель. Пройдешь по нему. Встретимся на той стороне. Срочно! Так точно. Подкрепление в пути. Обозначить главный
что вы приближаетесь к секторам Thank you.
нарушители будут уничтожены. Он в комнате охраны. Кончайте его! Вход в туннель доступен. Можете проходить. Вот он, твой шанс. Забирайся в туннель. Встречу тебя на другой стороне. Хорошо, теперь ступай туда. Встретимся на той стороне. Пройти к объекту, но встреча. Алькатрас, во втором нанокостюме есть система адаптивной биологической обратной связи. Это самая сложная боевая система, какая только есть. Но для работы с ней нужна постоянная поддержка со стороны. Этим я и занимался. Если уж пророк напялил на тебя этот костюм, значит, он поручил тебе что-то важное. Мы уложим тебя в эту капсулу, просканируем все уровни костюма и выясним, каково твое поручение. Похоже, диверсия сработала. Они отводят войска с Уолл-стрит. Вот он наш шанс! Я сейчас найду, как спуститься на нижние уровни. Тебе придется идти через крышу. Поторопись! Найди капсулу в глубоком скале. Войди в центр нанодиагностики СЭЛ. Thank you.
Он здесь! Черт! Он прошел через кордон на Уолл-стрит! Повторяю, пророк в секторе Альфа! Верните сюда людей быстро! Похоже, диверсия сработала. Они отводят войска с Уолл-стрит. Вот он наш шанс! Слушай, если честно, иду так спуститься на нижний уровень. Тебе придется идти через крышу. Поторопись! Найти капсулу глубокого скопления. Войти в центр. Пророк в секторе Альфа! Верните сюда людей быстро!
Изумруд-2. Это Азура-3. Входим в сектор Альфа. Азура-3! Он на крыше! Убить его! Принято. Так, я внутри, а тебе лучше поторопиться. Они выслали подкрепление из призмы. У нас мало времени. Алькатрас, похоже, здесь все перекрыто. Чтобы пройти, тебе понадобится взрывчатка. Ищи тайник с оружием. Теперь будь добр, не стреляй тут ни в кого, а? Мне нужна помощь с софтом для капсулы. Ты готов? За работу! Ну! Не стреляй, а? Я не чай систему. Мне нужно просканировать костюм. Да, давай! Да. Я уже. Только не надо... Нанопротоколы активированы. Идет сканирование. Нет, быть не может. Огнестрельное ранение сердца и обоих легких. Похоже, правый желудочек пострадал сильнее всего. Легкие пробиты в нескольких местах, сломаны ребра. Так, считаем. Третье, четвертое, пятое. Грудная клетка болтается. Множественные ушибы легких. Еще пулевые ранения грудной кости, грудного и поясничного отделов позвоночника. Голд, он ходячий труп. Без костюма... Гляньте-ка! Оно растет прямо в ранах! Фактически срастается с тканью. Сфокусируйся на самых глубоких слоях. На самой основе. Что-то там происходит. Похоже, какой-то дополнительный модуль. Да. Открываю буфер. Подготовка к сканированию. Алькатрас. Так тебя зовут. Алькатрас. Судьба злая, черт. Это сообщение! Оно ведет передачу! Ох, черт! Открой эту дверь. Класс. У меня люди с ног сбиваются, ища тебя. А ты вот он, уже связанный. Ага, если его связать, то убивать не надо, да?
Командор Локхард, вы отойдете. Поднимайте. Нейтан Гулд, к вашим услугам. Следите за ним. Если будет создавать проблемы, бейте, но не сильно. Потом его нужно допросить. Лучше обесточьте костюм перед тем, как выпустить его. С удовольствием. Чтоб ты знал, пророк, не дергайся и не шали. Эта штука будет в твоем ухе всю дорогу. Доставишь мне хлопот, лишишься головы. Теперь вставай. Не шути со мной, пророк. Встал и пошел. Что такое, Гул? Ты же мечтал напасть на след таинственного, зловещего заговора. Сказал, не шути, так сам. Вот же он, ты иди. Господи, Тара, видел бы тебя сейчас твой отец. Работать на этих... Да, мой отец мертв. А теперь заткнись, мать! Думаешь, ты такая умная, Тара? Ты понимаешь, что это не пророк. Он просто... Теперь это проблема Харгрива.
пути отхода. Маршрут обновлен. Рэншан официально все еще остается секретной операцией США. Ты будешь моими глазами и ушами, пророк. Любой ценой сохранить жизни своих людей, цель достойная, я ее... Но главная твоя задача — это доставить мне информацию. Если сможешь, принеси образ. Не сможешь? Просто вернись живым и расскажи, что видел. Ключ ко всему наносистемы, но у нас слишком мало времени. Пришла пора человечеству проснуться. Восстановление системы. Коррозийные агенты изолированы. Повреждение базовых систем. Идет перенаправление энергоподачи. Так, сигнал с твоего костюма нестабилен. Но пока ты ждал. Не думай, что мы были представлены. Джек Харгрив, к вашему слугам. Уверен, что Нейтан Голд упоминал мое имя, однако смею предположить, ничего хорошего обо мне он не сказал. Впрочем, сейчас у нас есть дела поважнее. Нужно вернуть тебе скорость перемещения и оружие. Итак, в данный момент ты находишься недалеко от бюрократического центра города. Думаешь, что если взорвать всех этих политиков, что-то изменится? Увы, их заменят образчики ничуть не лучше. Но ты можешь мне не верить.
Зачем, право слово? Доверие должно быть заслужено. Иди и глянь сам. Я буду помогать тебе, как смогу. Однако тебе придется спуститься в самое сердце этого гадюшника. Там есть то, что тебе понадобится. Основные системы в норме. Костюм готов к работе. Найти вход в улей, пробраться через площадь. Забрал детей. Моих детей. А здесь, похоже, перерабатывали возлюбленных, как и подобает их статусу. Зачистка — идеальное решение, да? Вспомните аргентинский вирус рогатого скота 2 года назад. Или вспышку коровьей энцефалопатии в прошлом веке. Проблема была не в том, чтобы уничтожить животных. Это просто. А в устранении останков. Как избавиться от миллионов гниющих трупов? Цефы нашли ответ. Они стирают нас с лица земли. Сводят к нулю воздействие окружающей среды. Образцовый метод. Это будет не было. Стой, захватывай.